Несколько улиц в Барнауле превратились в водоем. Вода затопила участки улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов. На месте происшествия сейчас работает моя коллега Яна Аксенова. Яна, здравствуйте. Скажите, в чем причина аварии и нет ли проблем с движением на дорогах? Ирина, здравствуйте. Мы находимся на улице Солнечная Поляна. Движение транспорта здесь затрудняет коммунальная авария. Потоки воды следуют вдоль по дороге. Как нам удалось выяснить, авария произошла в районе дома номер 25 на улице Солнечная Поляна. Там вода буквально била ключом. Сейчас коммунальные службы пытаются устранить последствия аварии.